Всем привет, с вами КЭП, корпорация «Автозвука в огнях». Сегодняшний ролик очень долго возникал в голове по одной простой причине. Ну, понятно, что все мы сравниваем звуковые процессоры там, в своих системах, какими-то методами определенными. У нас на канале был ролик, пока его не заблочили, где мы сравнивали топовые процессоры различных производителей. Там была прослушка на мониторной акустике, и вы умудрялись даже через YouTube как-то там улавливать разницу между процессорами. Не совсем правильное действие, тоже думали еще раз попробовать сделать это посредством стенда, но дополнительная обработка цифры в аналог, аналог в цифру на микрофоне, потом это все еще рекордерами пережимается, потом это все еще YouTube'ом пережимается. На выходе получим бог весть что. Думали и придумали. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать собственноушно в тесте процессоров. Процессоры оба мои, я о них тоже обязательно расскажу. Что мы придумали? Мы взяли самую крутейшую АЦП-шку, вообще существующую на белом свете, дорогущую, дали нам попользоваться. И мы оцифровали звучание процессоров. То есть у вас есть уникальная возможность, скажем так, без дополнительной обработки получить оригиналы записи звучания процессора и послушать в своих системах. У кого-то там суперкрутые даки, наушники, у кого-то там домашка крутая, у кого что угодно, неважно. Вы сами сможете воспроизвести эти файлы, и вы услышите или не услышите разницу, потому что тема животрепещущая. Разница между звучанием процессоров со слов некоторых личностей просто кардинальная. Вот и возникла такая идея. Чтобы это не было рекламой там, или чем-то еще таким, я взял то, что есть у меня. Это оба мои процессора. Один у меня из автомобиля, второй у меня со стенда, который мы периодически используем для прослушки. Это запка HDSP 5 версии на топовых ЦАПах Sabre ES9038 Pro за много-много денег. Это контур аудио C8, вещь попроще и там что-то, наверное, раза в 4 дешевле, может в 3, но в 3 точно. Вот я взял одно свое, другое свое, без всяких там других брендов и всего остального. То, что есть, чем богат, тем и рад. Вот захотел сам сравнить, да, вживую, и решил, что я ведь могу этим поделиться с вами, и вам это будет интересно. В описании к ролику будет архив. В этом архиве будут треки, записанные с этих двух процессоров, но там будет еще мистер X. О мистере X мы вам не рассказываем, естественно. Будет 4 трека. И каждый трек будет записан на одном процессоре, втором и третьем. Где какой, вы не знаете. И это добавляет небольшой сложности. То есть они не подписаны абсолютно никак. У нас просто 12 файлов, которые называются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И не значит, что порядок будет соблюден. То есть где-то, допустим, первым выступать будет один процессор, да, в треке. Где-то первым будет выступать в треке другой процессор. Поэтому вы не знаете ничего. Вы просто сравниваете звучание и делитесь своими результатами прослушки здесь, внизу, в комментариях. Спустя пару недель я выпускаю новый ролик, где мы с вами анализируем все ваши комментарии, где я раскрою пароль от файла, который содержится уже в этом архиве, в котором будет написано, где какой процессор звучит, раскрою вам, кто такой мистер X, и мы с вами вот таким коллективным, скажем так, разумом придем к выводам о том, есть ли разница в звучании процессоров или нет. Да, конкуренты у нас не самые плохие, результаты измерений через ту самую ADC-шку, которую мы записывали, вы видите сейчас на своих экранах, ни один, ни второй не имеет каких-то проблем, там, ошибок в математике и чего-то такого, то есть по умолчанию вещи хорошие, но понятно, что я бы себе, наверное, говно и не купил. Вот, вы можете как-то попытаться сопоставить результаты измерений с результатами прослушки. Да, измерения находятся на достаточно высоком уровне. Повторюсь еще раз, вещи непростые, вещи хорошие, но тем тест будет интереснее, потому что все-таки Sabre, да, и обычный Cirrus Logic, и разница в цене, повторюсь, опять же, кратная. Вот, вы слушаете все эти треки и предполагаете, где контур, где запка, где мистер X, если вы слышите разницу. Вот. Таким образом мы с вами соберем все эти данные, придем к какому-то общему видео в нашем следующем ролике. Я расскажу пароль, я открою вам действительные результаты, и мы с вами поймем, способны ли мы вот, ну, массово, да, массовым нашим коллективным, ну не разумом, а коллективными ушами
услышать эту разницу, если она присутствует. Если она присутствует, в чем она выражается, я пока свое мнение оставлю при себе. То есть, грубо говоря, если у вас есть хорошая система, вы получаете уникальную возможность, даже не прикасаясь к этим двум процессорам и третьему мистер Иксу, сравнить их звучание, потому что оно оцифровано, и оцифровщик уровнем очень-очень высоким. То есть АЦП-шка соответствует по уровню ЦАПам обоих процессоров. Проблем здесь не будет. Никаких дополнительных обработок нет. Все записано в 2496. Поэтому все, что угодно, любая система, которая у вас есть, да хоть даже дешевые наушники, если интересно, можно потыкать и сравнить. Еще раз, 4 трека. Lara Fabian, естественно, полная версия. Ну, почему-то процессоры принято сравнивать на ней. Дальше там будет Luna. Дом на крови, там и вокал у нас, и перегрузки очень много. Можете сравнить, как это все справляются процессоры с таким звучанием. Потом у нас Infected Mushrooms для тех, кому нужна там атака поважнее и так далее и тому подобное. И AC/DC War Machine, ну типа альтернативная версия року от Луны, например. То есть 4 абсолютно разноплановых трека, никак не схожих друг с другом, воспроизведены и записаны. Все сделали для вас. Вы уже приготовили, разжевали, вам осталось только положить это в рот, ну в нашем случае в уши. Послушать и сравнить. Я жду ваших комментариев. Каждый, кто прослушал, просто обязан отписаться в комментариях, высказать свое мнение. Это очень важно, потому что мы много времени потратили на оцифровку. Это не так-то быстро, как кажется. На подготовку к этому ролику. Ну вот он готов. И давайте мы ответим на вопрос. Спустимся в комментарии, послушаем. Ответим для себя на вопрос, существует ли разница в звучании между процессорами. Приятной прослушки. Жду вас в комментиках.